Добро пожаловать в игровую комнату, и мы продолжаем играть в Ведьмака Убийца Королей. Тебе чего? Комендант хотел меня видеть. Сдавай оружие и заходи. Смотри за ним в оба. Да, доспехи. Погоди, волк. Дорогие. Мне тоже надо поболтать с господином комендантом. Вы заходите, нет? Слушай меня внимательно. Я офицер, а ты мелкий прощелыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. С таким войском Лоредо даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йорвита? Ну, пока мест... Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? О, да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать 2 выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить 2 в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я знавал того, кто разбирался. А, неважно. Надо вывести ее из строя, иначе мы все будем зависеть от прихоти Лоредо. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтеру без ведома и согласия Лоредо. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Придумать, как сломать баллисту. Не крутись здесь. Что может быть лучше доброй забавы у Камелька? Лучше только у Камелька и с водкой. О, вот и а сейчас она отвлечет за бабки. На счастье, господин комендант обо всем позаботился. Или вот и это правда. Отвлечет. Иди сюда, моя. Доброго дня. Дядя расскажет тебе сказку. Говорят, ведьмакам, пап, я не люблю выродков. А я не люблю тупых мясников. Чего надо, мутант? Давай поборемся на руках. Ненавижу мутантов. Я тебя раздавлю, урод. Это мы еще увидим. Давно я так хорошо не развлекался. А еще бы. А это знаете? Вышел молоденький эльф на... Ненавижу паршивых мутантов. Да ты уже говорил. Да-да-да. Я чужих не люблю. Ты, пиндюк, меня сверлишь глазами. Во. Чего надо, уродец? Уродец? Ну, ты прямо скажем, не красавец. Но? Не расстраивайся. Женщины таких любят больше, чем гладеньких мальчиков. Но ты все-таки ужасно страшный. Не хочешь развлечься? Сейчас не могу, но я найду тебя в городе попозже. Как тебя зовут? Маргарита. Я хотел устроить сюрприз моему приятелю. Видишь, вон того грустного парня у баллисты. На днях один козел хотел, чтобы я ему стихи читала. Я таких глупостей не люблю. Я имел в виду нечто более обычное. И что надо делать? То, что ты умеешь лучше всего. Ладно. Только отведи его подальше от баллисты, когда будешь им заниматься. Тогда придется доплатить. Как это? За дополнительные услуги надо доплачивать. Такие правила. Будь по-твоему. Может, договоримся как-нибудь по-другому? Заплачу. Да, крути, верти. 40. Ладно, 40. 40 тебе хватит? Ладно, я добрый 45. Да за такие деньги я даже грудь не показываю. Ах ты, скотина. Ты, сука, блин. Ладно. 60, 65, походу, мне. Ладно, пойду займусь этим придурком. Ладно, успели. Теперь, может... Просто бабки улетают в никуда. Такой час мудохайся в карты разные играть. В картишки, чтобы потом вот это вот. Хочешь расслабиться, угрюмый ты наш? Я на службе.
Да ладно. Все твои друзья отлично проводят время. Чем ты хуже их? А ведь и верно. Пойдем-ка. Да, иди. Давай, давай. Подергала за стручок его. Новые задания выполнено. Мусор, да? Часть механической баллисты. Задание выполнено. Класс. Часть. С такими сиськами ты Тимерию... Давно я так хорошо не развлекался. А, ну шо, обрадовано. Знаете, тебе и заплатили еще. Чтоб твою мать, разнюхивают тут, как псы на помойке. Чтоб твою мать, что ж ты, пиндюк, меня свернул? Чего надо, старик? Хочу побороться. А мне? Ничего, ты проиграешь. А если выиграю? Будешь всем говорить, что победил. Так ты, значит, и есть? Вроде... Ну ладно. Ладно. Давай, всех вас победю. Развлечемся. В рюкзаке 65 аренов. О, чтоб тебя, старый пень меня одолел. Пойду поем. Надо подкрепиться. Да, мне вернули 65 аренов, которые я потратил. Чужих... Говорят, ведьмакам пап пялить без надобности. Не люблю. Знаете почему? Что это за беленькая цыпочка? Ой, извиняюсь. А, в этот раз тут типа не пройти, что ли? Прохода нет. Прохода нет. Сейчас тебе проход дам. Здесь нельзя выполнять действия. Да вы охренели. Лоредо занят. У него эта ведьма, Шиала. Позже заходи. Геральт, идем-ка. Надо поговорить. Поговорить с Вернаном Роше. Надо было отвлечь этого лучше, чем баллистой заниматься, чтобы она этого отвлекла. Хотя, наверное, нельзя. Говори. Заперто. Да, подождем, пока сиятельная госпожа наговорится с досточтимым хамом. Жалко времени просто так стоять. Кажется, тут собрали стражу со всего Флотзема. Надо бы осмотреться. Видел стрелка за домом? Я его отвлеку, а ты попробуй пробраться на задворки. Надо бы узнать, что они так стерегут. Простите, Милздери. Я случайно услышал ваш разговор. Что надо? Собственно, у меня к ведьмаку есть дельце. Я тут кое-что предложить хотел. Ну давай послушаем. Я так понимаю, вы сюда не для собственного удовольствия явились. Правильно понимаешь. Вы уже слыхали что-нибудь о чудище в реке? Да, что-то такое слышал. Можно предположить, что рано или поздно вам его наверняка закажут. Таким образом, я допускаю, что... Хватит уже допускать. Выкладывай, наконец, в чем дело. Наш благородный господин располагает частью ловушки, приготовленной специально для этой бестии. Так. За домом находится склад. Лоредо держит там вещи, реквизированные у купцов и путников. И добра там очень много. Но ты знаешь, где именно искать эту штуковину? Именно так. Я видел, как солдаты коменданта выносили это устройство в сад. Они поставили ящик на платформе у самой стены со стороны ремесленного квартала. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудища. Удачи! Так, стражника я беру на себя. А ты попробуй пробраться во двор. Ага, гениально.
Да, найти часть ловушки. Вот. Умный нашелся. Боец, доложи обстановку. Хватит уже языком молоть. Слишком мы с ними цацкаемся. Прям отвлек, боец, доложи обстановку. Чего? Молчать! Я тебя научу уважению к старшим. Во флот за Миваром руки отрубают. Да я тут нужник ищу. Твое счастье, что тебя комендант ждет. Идем. Господин комендант. Чего? Тут еще вон в кусты врезаешься. Наконец-то, блин. Аллилуйя. Вот это, блин, интересно. Вон он ходит. Типа она еще из окна пялиться будет. Непонятно, что тут. Чертеж крепкий ведьмачий серебряный меч. Доспехи остро. Вижу, там еще один внезапно объявился. Но мне бы интересно туда попасть. Вот туда. На арену.
Блин. Чё это? Чё это? То есть тут вообще ничего интересного нет, кроме как драки устроенные. Комендант, ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело. Ты меня за дурака держишь? Человека, который снимает стражу с улиц, чтобы охранять ковры, тряпки и пряности, отобранные у купцов? Скорее за идиота. Ты хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародейка. Я управляю Флотзамом много лет. Флотзамом правит страх перед Йорвитом. Этот страх правит и тобой. Я уже сказал, что мне нужно. Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку. Ох, комендант, однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника. Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел. Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму. Хватит. У тебя в голове помутилось от страха. Подумай над тем, что я сказала, и дай ответ, пока не поздно. Опа, новый уровень. Быстро качаемся. Мне нельзя качаться здесь. Лучше только у Камелька. Он мне сразу не понравился. Лореда хранит здесь подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападения Йорвита. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали, но мне кажется, Лореда пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Да идите до Бернардо Лоредо. На счастье, господин комендант, обо всем позаботился. Дядя расскажет тебе сказку. Ходи, тебя ждут. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам, значится, никуда ходить не надоть. У нас приказ пропустить ведьмака и никого более. Сучий потрох! Ладно, хочешь по-плохому, будет по-плохому. Только без скандалу, не то вызову подкрепление. Не нужно. Передай Лоредо, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Роше. Прохода нет. Хорошо, прохода нет.
Ты к коменданту? У меня к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Окей. Письмо Бернардо Лоредо. Его превосходительству Детмольду из Бан-Орда лично в руки. Спешу еще раз принести извинения за поведение матери. Эта баба была одержима, сколько я ее помню. Меня всегда удивляло, как при этом она собрала такое состояние, чтобы я смог купить дом и получить высокую должность во Флотзаме. Я надеюсь, что эмиссара Его Величества не приняла близко к сердцу ее выходки. Я искренне заверяю вас, что раскаленный обруч был всего лишь глупой шуткой. Кроме того, подтверждаю, что имеющееся у меня влияние и возможности я употреблю согласно желанию Его Королевского Величества таким образом, как и было запланировано во время нашей встречи. Как патриот, полностью соглашусь с мнением вашего превосходительства. Флотзам не может позволить себе погрязнуть в хаосе и бесправии, а все эти невзгоды неразрывно связаны с безвластием. Король умер, да здравствует король. Искренне преданный вам Бернард Лоредо, комендант гарнизона Флотзема. Ну вот и ты, наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Дело паскудное, но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? Скаэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорвита действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше? А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. А когда они начинают действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Местные раздоры меня не касаются. Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама. На нас напали. Ты просто не понимаешь. Это ты чего-то не понимаешь, Лоредо. Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Здесь война. И верхом на заборе не усидишь. Давай к делу, комендант. Ты ведьмак. Твоя задача – защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот, Йорвит не лучше. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь.
Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха, не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту. Я ведьмак. За даром не работаю. Само собой. Если поможешь поймать командира Скаэтаэлей, получишь сполна. Во флотзамской казне хватит аренов, чтобы заплатить ведьмаку. Я попробую что-нибудь разузнать. Я верю, что ты принесешь флотзаму мир, хотя ты сеешь бурю везде, где появляешься. Не подведи этот городок, Геральт. Бывай. Да, бедный ты. А туалет где у тебя тут? А ты кто? Выбраться из имения Лоредзо. Слыхали? Тут... Чего надо? Давай поборемся еще раз. Давай к столу. На счастье, господин комендант, бабки за это я получу, а? И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Если у дяди денег хватит, меньше чем за 10 аренов, я и ухом не поведу. А ну-ка, бабки за это получаю? Чтоб тебя, старый пень меня одолел. Пойду поем. Надо подкрепиться. Раз. Чё, плохо, мужик? А, это какой-то еще другой. Еще один раунд сил. А то нет. А, нет, это какой-то другой. А, первый, наверное. Ну ладно, хрен с тобой. На тебе и закончу. Ненавижу парши. Да ты. Да, всех он ненавидит. Не забудь свою железяку. Да, готово. Найти тени Костеля вместе с Шалой сразиться с Кейроном. А ну-ка, татуировку можно снять? Да. Кейрон. То есть, в принципе, я и сам могу попытаться с ним сразиться. Окей, ребята, спасибо за просмотр и до следующих встреч на охоте на Кейрона. Пока.